Здравствуйте, в эфире программа «Республика». Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Владимир Путин сегодня выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Самое безопасное сейчас – побыть дома, считает президент России. Глава государства объявил с 28 марта нерабочую неделю с сохранением заработной платы. Кроме того, он озвучил беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса. Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести на более позднюю дату, подчеркнул Владимир Путин. А вот что сказал на нашему телеканалу временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Президент страны Владимир Владимирович озвучил достаточно широкий спектр мер по тому, чтобы предотвратить, скажем так, тяжелые последствия от вот этой новой коронавирусной инфекции. И здесь, прежде всего, я бы хотел отметить то, что он поблагодарил тех людей, которые на сегодняшний день самоотверженно работают по тому, чтобы не допустить широкое распространение этого коронавируса. Второе, президент заявил о том, что будут поддержаны все категории населения Российской Федерации. Это, прежде всего, люди незащищенные, социально незащищенные. Это и те люди, которые оказались безработные. Помимо этих краткосрочных мер, объявил еще и о мерах долгосрочных. Снижаются отчисления от заработной платы, которые будут превышать минимальный размер оплаты труда. Вот эта мера, она направлена на то, чтобы как раз решить вопрос повышения доходов граждан. Это повышение ставок по вкладам населения до 13%. Это повышение налоговых ставок в случае, если деньги уводятся в офшорные страны. И вот в комплексе, таким образом, президент страны обозначил серьезный комплекс мер по поддержке как экономики, так и отдельного гражданина Российской Федерации, правительства Чувашской Республики и органы государственной власти готовы реализовать все эти озвученные меры в рамках своих полномочий.